Ярославский вундеркинд, сумевший дозвониться до президента России, отправился в Артек. Эту историю еще в середине апреля растиражировали многие СМИ. Во время прямой линии с Владимиром Путиным вопрос главе государства задал маленький житель Ярославля. 9-летний Илья Раевский рассказал, что учится в 5 классе, а химию изучает с 8-классниками. Мальчик попросил российского лидера взять под контроль программу отправки одаренных детей в лагерь Артек. Пока Илью не берут туда из-за возраста, когда он станет старше, то интерес к отдыху для него уже будет потерян. Я вундеркинд. 8 лет учусь в 5 классе. Говорю на английском и создаю роботов. Почему таких, как я, не отправляют в лагеря Сириус, Артек, ссылаясь на малый возраст? Ведь когда подойдет возраст, будет уже неинтересно. Можете ли вы, как президент, учесть это в программе «Одаренные дети»? Раевский Илья, Ярославская область. Илья, это явное упущение. Оно говорит о том, что те, кто организует эту работу, не были вундеркиндами, и мы это исправим. И вот заветная мечта сбылась. Илья Раевский оказался в Артеке. Вместе с ним из Ярославля на Черное море уехали еще 9 школьников. На счету вундеркинда победы в 5 международных конкурсах, 11 российских, а число региональных не поддается подсчету. Читать и писать Илья научился в 3 года. Тогда же маленький ярославец заговорил на английском, а через год увлекся химией.